вчера видела, что кень такой на поле. Мне показалось, что это от планера отвалился. Потом мне, я так подумала. Думаю, сейчас найти и положить там под скамеечку, где он планер запускает. Может, это та штука, нет, не знаю. Вышла на поле. А здесь завтракают аисты, лелеки. Так близко можно это смотреть. Я уж в сторонку отошла, чтобы им не мешать, не тревожить. Там коробки выходят завтракать. И вот здесь хожу рядом. Соседнее поле с этим пшеничным маком. Вот я не вижу этой штукени. Где-то она тут была. Длинная серебристая панелька. Потому что тут такому техническому откуда еще взяться среди луга. Где-то я ходила и видела. И вот сейчас просто знаю, что я ищу. И смотрю, ее нет. И вижу вон там штучка лежит длинная, похожая. Может быть, еще точно так же кто-то, как я, нашел и положил с края. Но тот, кто ее ищет, вот так ее не найдет. Не знаю, будем пробовать. Вот, если это то, что я думаю. То мы ее отнесем на лавочку там. Может, это она с планера упала, отделилась в воздухе, летает. Может, нет, она вот такая вот. Хорошо, что нашлась. Попробуем ее. Ближе, ближе. Это то, что я искала, да. Я видела, я думала, просто среди поля, что бы это могло быть, от чего бы оно могло тут появиться, от водосточной трубы или от чего, такая деталь. Может быть, и от планера он был большой, значит, просто я хочу на ту, вон туда, лавочку ближе отнести. Я видела, что я раз там гуляла, что рядышком раскладывает, собирает. Может, это оно, может и нет.